Так, добрый вечер. Видео на русском. Смотрите, ребята. Берем к римлянам 12 глава и 2 стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, да, благая, угодная и совершенная, да. Вот. И перенесемся вот сюда, смотрите. Видите, смотрите, рок прически, да? Рок прически. Вот я начал смотреть, да? Рок прически, ребята. Вот, смотрите, рок, да? Ну вот, давайте и перенесемся сюда. О, смотрите. Не знаю, что там. Илья Силаков, что ли, да? Как-то так. Вот, ребята. Я открыл, я посмотрел. Ну, ребята, сейчас кто-то скажет: слушай, ты докопался до человека, да? Ты там это, как его, да? Тебе эта прическа не нравится, и ты сейчас там что-то чего-то. Ну, типа, мне она не нравится, да? Вот. Начнем с того, что да, она мне не нравится, и я скажу почему. Я прочитал местописание, да, что Бог нам говорит. И, пожалуйста. Во. И я начал смотреть. Вот. На кого этот человек уподобился, да, есть так на русском. То есть, понимаете? Библия говорит, что мы должны отличиться, отличаться, да, как это, от мира этого. Во всех, как одеваемся, да, вот смотрите, вот видите, пожалуйста, вот, пожалуйста, вам рок, да, я вот думал, давай-ка пройду, вот в мире люди как делают, да, вот, пожалуйста, да. Я думал, откуда эта прическа у человека, да, если он говорит, что он знает Иисуса, да? Ну, ребята, я вам стих этот прочитал. На латышском я его знаю наизусть, я бы сейчас его цитировал, но на русском мне трудно, я его прочитал еле-еле, да, как видите. Вот, пожалуйста, вам, да, вот видите, я специально вот показываю, какие там эти рокеры, да, как эти панк-рок, там рок, да, вот какие, да, во. И опять назад, пожалуйста. И найдите разницу. Если бы не было там это написано там духом сойди, да, вот это все надпись, если было бы вот только вот такая рука вверх и вот фоточка, да, и вот микрофон. Ну, кто я кому-то спросил бы, вот там, кто из них рок-музыкант? Ну, не знаю, вот Кадыров, например, да? Кадыров, да? Порошка нюхает, подсел, видите, Кадыров подсел на наркотики, да? Вот, скажем, рокер кто? Вот он или вот он? Люди бы сказали, не, это не рокер. О, скорее всего, рок-музыкант, да? А как бы они узнали его? По виду, понимаете? Я недавно тоже смотрел одно видео хорошее, где проповедник сказал, что действительно по виду, как мы встречаем, как мы выглядим, как мы одеты, как мы это все, сразу видно, понятно, кто ты, чего. Ну, понимаете, сразу понятно. Ребята, ну, не обманывайте себе, да? Ну и вот вернемся опять к этим рокерам, да? Вот смотрите, ну, понимаете, вот, пожалуйста, я отойду, чтобы видели, вот, пожалуйста, выбирайте, какую хотите, я тут уже пошел дальше, и да? Ну, понимаете, поэтому...
Поэтому, значит, вот такое дело, да, и это церковь, это всю заразу, эту всю заразу, я не знаю, церковь, Божий мюзик, я не знаю, это Украина или Россия, да, но ребята, это, вот, пожалуйста, да, и нигде нету отличия от мира этого, да, пожалуйста, в любом случае, вот здесь, да, человек, ну, вот, я говорю, не отличить от мира. И стихи Библии, и не только эти, многие другие стихи из Библии говорит, или говорят, да, вот, об этом всем, да, вот, так что, ну, пожалуйста, а тут, да, ну, вот этого еще не хватило, да, так что какой верующий, какой Иисус, ребята, милые мои, какой верующий, какой Иисус, да, ну вот как-то так. И это только вот это, да, и сколько чего еще, короче, ну мы так, Библия говорит, выходите из мира этого и не уподобитесь, или как это там, ничего не берите из мира, а мы типа приходим к Богу и весь этот мусор несем с собой, понимаете? Ну вот так что задумайтесь, это не от Бога вот такое все, смотрите, да?